Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о кресле от компании Pitusa. Моделька называется у нас Royce Pro. Это кресло, которое включает в себя все категории. С самого рождения до 150 сантиметров роста ребенка, то есть до 12 лет. Как бы можно возить ребенка, понятно, что в 12 лет вы ребенка уже не посадите в такое кресло. Но в целом это купили-забыли. Что мы получаем? Это испанский бренд, который укомплектован всеми современными фишечками, которые обычно используются для безопасной перевозки детей в автомобиле. Есть дополнительная боковая защита и правильный каркас. Поэтому, в принципе, сертификацию, естественно, прошел. Поэтому доверять ребенка можно. Это кресло имеет возможность разворачиваться на 360 градусов. Вот я его к вам повернул. И это его самая главная фишечка. Ну, еще есть интересные фишки, чуть позже доберемся до них. Вот, на самом деле, вот эта система на 360 градусов очень облегчает жизнь при перевозке детей. У вас тут дверь в автомобиле, вы вчера еще ушли, кресло повернуто к вам, вы упаковали ребеночка, развернули. Пока он, в смысле, маленький совсем. Вот. И, собственно, едете. Это очень удобно в обычной такой жизни. Вот. Ребенок подрос, разворачиваем, соответственно, вперед и едем. Но имейте в виду, вот против хода вот так мы едем непосредственно минимум до 9 месяцев, а можно и больше. Рекомендуется по новому стандарту iSize перевозить ребенка. Против хода, это рекомендация, повторюсь, это не обязательно. Раньше такого не было, буквально совсем недавно. До 15 месяцев рекомендуется. Это потому, что безопаснее, если ребенок против хода, в полулежачем положении, это самое правильное положение при лобовом ДТП. Оно самое безопасное. А маленький ребенок, он самый хрупкий, и ему нужно дать максимум безопасности. Поэтому пробуйте ездить как можно дольше против хода движения. Смотрите, что здесь для малыша маленького карапузика есть. Здесь все, в принципе, по-взрослому. У нас куча здесь вкладышей для ребенка и отдельно голова. Нижняя часть у нас встроенный специально. Вот здесь вот поролон наполнен. И он, когда мы кладем ребеночка в полулежачее положение, дает возможность ребенку находиться в более выпрямленной спиной. По мере роста ребенка мы это все достаем, потому что, например, в полгода это уже может даже немножечко мешать, если вы там верхнюю одежду не сняли, хотя ее нужно снимать, друзья. Вот. Поэтому достаем, убираем по мере роста ребенка. Вы поймете, когда она будет мешать. Вот, собственно, что касается вкладышей. Что касается материалов, друзья, здесь не какие-то премиальные материалы. Это не премиум сегмент. Это, скажем так, начальный достойный уровень среди универсальных кресел. Все, в принципе, в порядке в кресле. Стоит недорого. Естественно, звезд неба не срывает. Но хорошее, добротное кресло за мало денег. После обзора пройдите по ссылке, там будет ссылочка на Мир Автокресла, и поймете, что это за кресло, что оно себя представляет и сколько оно стоит. Стоит оно действительно недорого, учитывая все, что оно нам предлагает. Действительно, предложение интересное. Что касается ткани, вкладыша и само кресло, как заявляет производитель, оно экологически чистое, гипоаллергенное, все такое. С этим сложно не согласиться. Ткань действительно прикольная, мягкая, приятная. Что касается по уходу, друзья, стирайте его до 30 градусов в такой деликатной стирке, чтобы ткань от температуры не села, и вы смогли ее обратно одеть. Вот так вот у нас выглядит кресло, уже когда мы повернем. Ребеночек у нас пристегивается пятиточными ремнями до метра роста. Потом уже идет вход у нас автомобильный ремень. Сейчас, секундочку. Вот так вот это выглядит. Здесь вот такая вот ручка есть пластиковая, за которую мы тянем и поднимаем, регулируем по высоте все кресло, подголовник. И у нас вместе с подголовником регулируется по высоте и ремни. Ничего отдельно перетыкать не нужно. Вот ребенок дорос до 100 сантиметров. Нам нужно отсюда демонтировать ремни. Они отстегиваются и убираем их. И потом уже идет вход автомобильный ремень. Вот здесь в подголовнике во всех креслах, без исключения, во всех креслах есть направляющий.
Если вы направляющий в подголовнике не видите, ни в коем случае не покупайте это кресло. Вот, вот так вот у нас пристегивается в кресле ребеночек, когда уже достигает 100 сантиметров роста. И едем так уже до победного. Вот. Что касается, как пристегнуть ребеночка, мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим, что по комфорту дает нам это кресло. Посмотрим на углы наклона по движению, по ходу. Вот это максимальный наклон. Сейчас я посмотрю. Да, у нас все дальше уже не идет. Вот приблизительно, ну не приблизительно, а вот вы видите, да, это угол, который вполне себе достаточный для того, чтобы ребенок, если уснул, голова под своим же весом у него вперед не падала, и он нормально себе в дальней дороге поспал. Глубина правильная здесь подголовники, у него все на месте. Вот. Дальше, что касается наклона сидячего, вот, капитанская нормальная посадка. Кстати, здесь, что мне нравится, здесь вообще само кресло с изофиксом. Смотрите, изофикс — это у нас жесткое крепление к кузову, защелкнули, все отлично, и дальше у нас идет упор в пол. И фишка этого кресла, то, что вот этот упор в пол, он, когда ребенок подрастает, и уже в 2-3 категории ножки у него же уже свисают вниз, вот этот упор в пол обычно мешает. Здесь он съемный. Вот такой, друзья, я еще нигде не видел. Реально прикольная тема. И, соответственно, в полной мере мы пользуемся креслом, и ребенок никак ничего не пинает, ему ничего не мешается, не царапается. В общем, это крутая идея. Я такого нигде не видел, повторюсь. За это 5 баллов креслу. Кстати, смотрите, если у вас вдруг там BMW M5, там F90, у вас карбоновый салон, здесь видите, такой принт сделан, как карбон. Очень стильно, прикольно смотрится. Это вот и есть как раз таки система, которая при боковом ДТП гасит энергию удара первой, потом энергия удара уходит на каркас. И это такая небесполезная вещь. Очень хорошо, что в таком ценовом сегменте это присутствует. Чтобы его повернуть, кресло, у нас здесь рычажок, нажимаем и крутим его на 360 градусов. Очень-очень удобная тема. Единственное, ни в коем случае, вот в каких-то промежуточных положениях ехать нельзя. Ни в коем случае. Щелчок, и такой же щелчок у нас вот здесь. Только так и никак иначе. Вот, кстати, положение, когда ребеночек еще может против хода ехать, но не лежать. Вот, пожалуйста, без проблем, все это можно использовать. Все, защелкнули. Собственно, друзья, по большому счету, всю информацию, что по креслу хотел донести, я донес. Это кресло, как по мне, но оно заслуживает внимания по той простой причине, что оно максимально напичкано. Оно сделано не каких-то премиальных материалов, повторюсь. Достойное кресло за свой бюджет. Если хотите качественный достаточно продукт за минимум денег, вот, пожалуйста. Другого такого я не видел. Особенно вот с этими фишками, со стегивающейся ножкой, упором в пол. Это прям топчик. Поэтому напоминаю, ссылка внизу на это кресло в описании есть. Вопросы остались, пишите в комментарии, я отвечу на них. А вам грамотного выбора. Пока.